Аграрии готовятся к убыткам из-за плохого урожая. Так, в Красноармейском районе, по самым оптимистичным прогнозам, пшеницы получат на 15 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Во всем винят погоду. Морозная зима, практически сухая осень и жаркое лето. Именно из-за этого земля дала меньше всходов, а на 6 тысячах гектаров пшеница и вовсе погибла. То есть даже цена должна быть такая, что наши сельхозники должны закрыться затратами, получить определенный процент прибыли, которая даст возможность им работать расширенной дальше. Вот. Ну и вот таким образом мы должны выйти равно с этой ситуации.